Факел перамоги. З нагоды 80-годдзя пачатку Вялікай айчыннай вайны гомельскія актывісты грамадскага аб'яднання «Белая Русь» арганізавалі тэматычны аўтапрабег. Старт акцыі ў складанні кветак да мемарыялу каля алеі герояў, а таксама словы падзякі салдатам Вялікай айчыннай за мір і незалежнасць краіны. Аўтапрабег пачаўся ў абласным цэнтры. Яго фінальная кропка запланавана ў Мінскім раёне на тэрыторыі гісторыка-культурнага комплексу «Лінія Сталіна». Там мы встречаем с нашим активом, тоже проводим митинг с возложением, с памятной минутой. Ну и надеемся получить большое удовольствие от нашей экскурсии по линии Сталина. Мы к этому уже давно шли. По Гомельской области мы побыли уже и в Лоеве, и в Азаричах, и побыли на Алле. Мы были, проехали по линии фронта при освобождении Белоруссии, это Рогачёв и Жлобин. То есть во многих местах мы уже побывали, но вот решили немножко расширить свой кругозор. Ну и плюс к этому наш актив, которая находится в Минском районе, уже давно нас приглашали, но решили совместить одно с другим. Принять удел у аутопробегу вырашили каля 40 человек на 8 автомобилях, упрыгоженных державной символикой. Подея стала протягом громадско-патриотичной акции «Факел перамоги», якая объединяет мероприемства, присвеченные Великой Айчинной войне. Усё деле захования памяти об трагичных подеях 80-годовой давнины.